один ряд с ребятами, и я попробовала повторять движения, на которых основывается искусство пантомимы. Получается? Похоже, что так. А до чего же это заразительно? Кто однажды пришел в эту студию, прикипел к ней навсегда. Володя Кузнецов 6 из 10 прожитых им лет занимается в студии «Калибри». Хочет, как и его наставница Юлия Васильевна, в будущем обучать детей пантомиме. Все должно двигаться, все части тела. Нужно четко даже иногда некоторые движения делать. Но как бы это не очень-то и легко даже. Если трудно дается, что ты делаешь, как поступаешь? Пытаюсь сделать, учусь со временем. Добиваешься своей да, цели? Да, добиваюсь. Любое искусство или спорт, если им заниматься всерьез, воспитывает человека как личность. В студии «Калибри» много ребят, которые не просто проводят на занятиях свое свободное время, а стремятся овладеть искусством, как великие мимы. Это развивает, помогает в гибкости. Если не получается, я говорю себе, что это цель, я должна ее добиться и попробую все снова и снова. Алисе Кучиновой в освоении пантомимы помогают занятия художественной гимнастикой. Совмещать это нетрудно. Мне и пантомима нравится, и гимнастика нравится. Здесь как бы я выражаю эмоции. Выражая эмоции, юные артисты позволяют и своим зрителям проявлять эмоции, ведь без улыбки на их творчество смотреть невозможно. Более 30 лет студии бессменно руководит Юлия Васильевна Виноградова. За это время через «Калибри» прошла не одна сотня детей. Хотя пантомима – это древнейшее искусство и зародилось еще при первобытном общинном строе, нам, конечно, приходится модернизировать себя. Потому что пантомима, современная пантомима, она предусматривает и владение танца, и акробатикой, и жонглирование. И все это мы умещаем в какой-то определенный сюжет. Мы должны рассказать историю, чтобы понятно было зрителю без слов. Истории эти самые разнообразные и придумывают сюжеты совместно. Творческий поиск и желание сделать нечто необычное, новое, помогает студии развиваться, демонстрировать свои силы в различных конкурсах и фестивалях и побеждать. Возможно, выигрывать помогает и то, что, представляя работу в соответствии с положениями конкурсов, ребята из «Калибри» часто становятся единственными в своем жанре. Нам говорят, если у вас есть сюжет, если вы можете рассказать какую-то историю, нам все равно. Вы будете танцем это рассказывать, пластикой это будет представлено. Если это будет интересно зрителю, значит, мы способны вас оценить. А победы ребят только вдохновляют на новые свершения, дают заряд энергии и силы к совершенствованию. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.